Приветик неспящий и все остальные любители армированного ведра. Сегодня такой потрясающий день. Я... Знаете, вот такое ощущение, когда ты выплескиваешь все эмоции, которые могут у тебя существовать, и чувствуешь потрясающую безмятежность. А я чувствую, что сейчас будет гореть чья-то жопа, потому что мы идем отключать спутники. Эйра? Рейвен. Да-да, это я. Это я выстрелил из спутниковых пушек. Я знаю, что ты сделал свой выбор. Значит, я выполнил свой долг. Как Рубиконка. Ну ладно. Бога. Ну, в смысле, погнали. Я жду на станции изоляции. Я так и знал, что она пытается меня убить. Каждую долбаную миссию она пыталась сделать одно и то же. Похоронить нас в этой консервной банке. Моя спина. Вы бы знали, как хорошо бывает растянуться в кресле. Ого, какая красота. Красная вся такая. Коралловая. Корабль сильно потрепала. Автопилот вырубился. Придется действовать по старинке. Old fashioned way. Да ладно, чё он там выстрелил? Спутниками займешься ты. Да блин, а чего сразу я? Я всего лишь в маленьком мехе. Ты посмотри на эту... Жесть. Да турист, у тебя довольно неплохое чувство юмора. Да, я такой. О, у меня же мои наплечные потрясающие ракеты, которые я не снял. Да-да. Я знаю, что ты по-прежнему их видишь. Кого? Коралловцев? Ой, в смысле, рубиконцев? Ну, вижу. Голоса Корелла. Так. И все же ты отвернулся от меня. От нас. Собирался выключить нас навсегда. Белый костюмчик, ого. Он еще и... чертов трансформер. А что за пролагон сейчас был? 8 кадров потеряли. Вау! Слишком резкая. Резкая детка. Это мне нравится. Твой костюмчик я, наверное, заберу даже. Я тебя остановлю. Я буду тем, кто тебя остановит. Я не дам тебе спалить Рубикон. Ну, сорян, крошка. Случается. Я так и знал, что придется драться с боссом, поэтому... Я... подготовился! Воу! Окей, окей. Я еще не разогрелся. Абсолютно. Абсолютно не разогрелся. Рановато. О, резко. Пальба на упреждение, честно говоря, что-то не особо работает. На! А я вообще похер, по-моему. Ау. Не, тут надо переодеваться. Это я вам точно говорю. Надо переодеваться.
Пробил. Кажется, я понял, как ее убивать. Энергия не бесконечная. Ну, это рестарт, понятное дело. Просто... уворачивается. Ну, я понял, понял. Ладненько. Все готовы? Поехали. Ожидаемый результат. Надо подумать. А давай еще раз. В целом, все не так плохо. Я слишком медленно для нее. Прям реально медленно. Пробиваю не всегда. Ну, по крайней мере, пока. Это были мега-факапы. Что и говорить. Это рестарт вообще сразу. Ее можно подловить на ее же ударах, но надо нажимать раньше, чем она бьет. А вот на этих. Ошибка новичка.
нужны ракеты получше. Да хватит меня гандошить. А! Меня подбросило, подбросил террейн чисто. А еще если стрелять вплотную из этой пушки, то ты не попадаешь никогда. Но это если стрелять в упор. Ну это смерть. Если... Ракеты... Да нет. Попробуем с этим сетапом. Переодеться всегда можно успеть. Эй, а почему она от меня... Что? Она начала от меня бегать? Нет заряда. Слишком много ракет. Она еще и бегает от меня теперь. Ждем перезарядки. Я же выстрелил. В смысле, ударил. Да не, это жопа. Это жопа. Давайте подумаем. Как нам побороть эту скотину? Что если? М-м-м.
Давайте попробуем взять ее нашим стандартным ракетным залпом. Не, ну, мало ли. Поехали. А теперь я познакомлю тебя с моими ракетами. Наведение. Что ж, ракеты показывают себя чуть более эффективно, чем ближний бой. Учтем. По крайней мере, в бою с ней. Наведение. Урона недостаточно. Блин, ракеты ушли в никуда. Наведение. Наведение. Ладно. В принципе, ракеты работают. Можно еще попробовать немножко другой сетап ракет. Ау. Ау. Да хорош. Алло. Просто держимся от нее подальше и все. Ау. Да блин, она сбила мне ракетный залп. То я по... Ладно, я не заметил, как она меня вынесла вообще все.
Ауч. Я от нее вообще все, что можно, собираю, по-моему. Ничья. Рано, рано, рано триггерюсь. Тоже. По-моему, от ее меча вообще можно уйти, если нажимать вовремя. Это проблема. Проблема! Охренеть! Даже выстрелить не успел. Не, ну это издевательство какое-то. А как мне ее побеждать? Реально, как вообще? Это же... Кстати, а у меня есть рев сюда. Давайте поприкалываемся. Там ракетки и два рева. Два рва. Вот сейчас поржем. Сейчас будет ржом. Нет, стрелять надо вовремя. Нужен таймер. Вот этот. Надо ждать зарядки. Ржом бы беда. Сновидением. Пусть стреляет. Наведение. Я понял. Ладно, это все приколы, не смешные. Есть большое желание убить ее одним ударом. И я знаю, что теоретически это возможно. Если, конечно, напялить легкий сетап и какое-нибудь оружие ближнего боя, но... А почему бы и нет?
Так, Rockets. Глубже, ну, уже дефицит энергии. Так, это щиты, да? Импульсный клинок. Эшмит. Напялим тогда ракету. Ракету ля стандарт. Ну, черт его. Попробуем поприкалываться. Main system activating combat mode. Наведение будет? Наведение. Я показываю себя неэффективной. Охренеть, вы видели, сколько раз она прыгнула? По-моему, эта херня есть заряженная атака или что-то вроде того. Тоже есть заряженная атака. Не уверен, не уверен. Возвращаемся обратно. Давайте так. Мы оставляем здесь ракеты. Сюда берем обратно штык. На плечи вешаем тогда... Что-нибудь многокамерное. Это бред. Ладно, почему бы нет. Как-то так. Что ж. Может быть, штык нам поможет. Какой он руке, я забыл. В левой, понял. Это я, конечно, да. Последний момент успела, тварь. Да она заколебала попадать всем вообще.
Я тоже умею драться в ближнем бою. Тварь. Ну вы издеваетесь, что? Что это за херня? Да почему? Ну надо же. Долбаный бред. А! Мне от нее уворачиваться вообще? Да как? Да как, блять? Она всем... Она попадает вообще всем, сука, всем, блять! Подряд! Похоже, это ineffective. Удары штыком в прошлых боях помогал, сейчас не очень. Это что-то антикоралловое, походу. Да пизда. Да ты заколебался со своими отложенными ракетами. Как она меня достала с этими тупыми ракетами. Вот, понеслась. Да куда ты? Да какой я стронг? Ты прикалываешься, какой дэнджерос. Даже половину не выбил. Идем перепокупаться. Как я устал от этой... От этой херни. Вечной. Так, что тут есть? Угу. Нужно что-то антикоралловое. Тут ничего нет. Арис. А, разбрасыватель мин. Стандубинка, трэш-трэш, лазерное копье. А если полный заряд? Ага. То есть, в теории, у меня еще будет время, да, ей вломить разок другой. Лазерный кинжал — это вообще бред, по-моему. Давай сюда свое дурацкое копье. Скадр, наверное, мне не нужен. Морли, а что это? А, прикуплю, пожалуй. Диффузная лазерка. Странная вещь, фазан. Сова. Сова тоже бредовенькая. Пусковые установки. О.
Уж какая-то странная штука. Дрон? Так, сюда. Пусные щиты. Еще один Морли можно повесить. В принципе, станный гламет тут вообще бесполезный. Диффузки всякие, ну, прочее с ним. Так. Руки, 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 руки. Что я для рук купил? Не помню. По-моему, ничего. Копье вот повешу. Попробуем с копьем. И помимо этого марлицы. Перегрузка. Перегрузочка. Две морли не тянешь, да? Вот это тянешь. И без перегрузок. Вот и славно. Почему бы и нет? Попробуем-с. Попробуем-с. Оси менять не хочу. Мне, меня устраивает то, что у меня есть. Давай еще мультики посмотрим. Наведение. О, как. А как мне в нее попадать? Знаете, копье интересная штука. Позволяет очень быстро сокращать дистанции, но также быстро меня убивает. Надо сюда что-то помощнее запихнуть. Копье, помоги. Что происходит? Я ни хера не вижу. Я вижу, что она меня хоронит. Окей, окей. Копье себя показал ничего так. Интересненько. Так. Ракета идет чисто дразнить. Марлицы. Марлицы с плеч. Давайте убирайтесь. Поставим туда, наверное, рев. Это все-таки одна из самых мощных пушек. Тварёва это будет чисто коронный залп. Мы пробиваем ее копьем и докидываем ей два рева. Надеюсь, ей это поможет. Ну и вместо ракет возьмем тогда еще одну. Раз уж мы играем грязно, почему бы действительно не играть грязно? Вот теперь мы в полной жопе. А что, простите, произошло только что? А, понимаю. Да капец, она меня своим забрасывает этим, как его там?
А ей, по-моему, вообще срать. Чуть ли не полностью. Что только что произошло? Да как это происходит-то? Я бью сквозь нее просто. Клево, очень. Давай один залп потрачу, чтобы тебя подразнить. Ну и начинается старая песня об основном. Она просто насовывает мне за шиворот. Потрясающе. Великолепное попадание. Да хватит от меня бегать. Чё это было? Не вовремя. ХП только нету. Ну это рестарт. Чё? Чё-то вообще бред какой-то. Это говно не работает. То говно не работает. Как ее побеждать вообще? Ну как? Как ее побеждать? Чё за тупость? Так, ладно, поржали и хватит. Чем я стрелял, кто-нибудь помнит вообще? Сойдет. Будем бахать сверху. Ракеты, ракеты. Пара-пара-пара. А эта коза вообще сидит там в своей рубке, смотрит на то, как мы деремся. Как я страдаю. Ох, как вовремя. Что, началось? Вроде нет. Сейчас, походу, начнется. Как она долго выдерживает эту паузу. Угадайте, кому жопа. Правильно угадали мне. Ой-ой. Я не вижу, где она.
Хабс, да. Как с ней сражаться? Как? Пройти первую фазу с ракетами. Полная жопа. Я бы даже сказал, что это в каком-то смысле Unreal, потому что хер ты успеешь от ее дурацких ракет увернуться. Они еще и замедленные. Потом она начинает танцевать и рубит тебя мечом. А потом до тебя долетают еще и ракеты. Ну и все в таком духе. Вот опять начинается. Потрясающе. Да-да-да, ракеты пошли в ход. Лазеры, конечно же, меня добивающие. Конечно же, еще ракеты. Еще больше ракет, богу, ракет. Итого, мы остаемся без ремонта на вторую фазу вообще. Потому что тупые ракеты, которые она пускает, работают как надо. И вообще работают на упреждение. Ебать их в рот просто. Сейчас произошло, кстати, какое-то чудо. Я урон не получил. Я ее даже не вижу. Вот тебе напихаю. Еще на... Врубай свою вторую фазу дурацкую. Пора. Ракеты! Да пошла ты в жопу! Знаете, что странно? Мои ракеты не наводятся в воздухе. Я был так близок. Я был так близок. Только руку протяни, сука. Thank you.
Таргет! Алло! Опять таргета в воздухе нет. Вижу. Да, похоже, она опять выиграла. Как она вообще живет? В смысле, она действует чуть ли не хаотично. Особенно вот с этими лазерами. Таргет. А у меня не осталось ничего больше. От нее не сбежать, от нее не увернуться, в нее не попасть. То есть предыдущий противник, блинный вот этот ублюдок, упырь вот этот вот, он имел одну интересную особенность. Он хоть и уворачивался как дикая мразь, но он хотя бы не делал вот так. Ну, то есть, как бы ты от нее не убегал, она все равно в тебя попадет. Особенно отложенными ракетами. Хоть щит бери, серьезно. Какой же это бред? Она меня еще и так попала. Действительно, почему бы и нет? Очередной гребаный Гвин. Кстати, с такими же абсолютно выпадами.
гриновскими. Почему Спарк? Я не Спарк. Да. Овердрайв. Хотя в данном случае, наверное, скорее оверхит. Еще два довесок. С проблема. Нет, я end this Raven. Ворон, я все еще верю. Наш общий сон, наша общая мечта. Хотя и не факт. Так. Сейчас начнется третья фаза, подозреваю я. Все не так однозначно. Но это был относительно сложный, но в то же время достаточно легкий бой. Если я не баловался, конечно, с разными сетапами, то да, было бы быстрее, минут на 20. Итак, корабль врезается в сифон. Оттуда вырывается коралл. И все взрывается. Баба. Почему? Зачем? Нахрена? Загадка. Но эта загадка режиссерская. Нас, конечно же, этот коралл не затронул. А только что мы потеряли около 200 кадров, кстати. В войне за коралл победителей не было. Чё-то тихо как-то. Когда огненный шторм наконец утих от цивилизации, остался только пепел. Погромче сделаю. Разоренная напуганная корпорация сделала совместное что-то там. Рубикон было решено оставить, навсегда покинуть эту мертвую планету. Тем временем, чудовище, которое спалило звезды, исчезло в языках пламени, и больше о нем никто никогда не слышал. Но его историю будет вечно помнить. Пожары Рейвена. Окей. Считайте, что я возжег пламя и стал Гвином. Такая вот концовка. Хотя и не факт. Я видел квадратики. Это видео Full HD-шное. Пожалуй, пропустим титры. Нечего там смотреть. Опа. Слэр блокировки соблюдены. Уолтер нам оставил что-то. После титров. Да-да. Алло, алло. Так, похоже, ты справился. Ну, и чё? Ты решил переложить наше бремя на свои плечи и исправить ошибки прошлого. Я прошу тебя прощения, и я тебе благодарен. Ага. 621. Ну? Больше тебя ничего не сдерживает. Какой бы выбор ты ни сделал сейчас, я лишь надеюсь, что ты раскроешь свой настоящий потенциал. Potential.
So, ачивочка «Пожары Рейвана». Вы получили концовку «Пожары Рейвана». Вау. Incredible. Невероятно был. И что дальше? Ого. Registration number RB23. Так. Callsign Raven. Mm-hmm. Authentication complete. Как? Да, да, это я, да. Removing MIA status. Restoring access privileges. Приятно-то как. This is Allmind, the mercenary support system. Система поддержки наемников. You've returned. Да, да, это я, да. Welcome back. Allmind anticipates great things from you. Это все? Все сообщение? Что-то еще? Прошел проверку. Это еще праздник, посвящен возвращению, ладно, неважно. Теперь это твое имя здесь, на Рубиконе. Я уже получил несколько заказов с клиентами. И цикл повторяется, но я сохранил все свои деньги. Уничтожение артиллерийских установок. Зачистка сектора 135. Я так понимаю, это НГ+. Это не выбор. Но, чтобы не зафакапиться на всякий пожарный, я сейчас за кадром пройду все дело и запишу концовочку попозже. Ладненько, продолжим с вами в следующий раз. Ну а пока что такие дела.